смотрите, ель обыкновенная, сорт Ридау, очень нарядная весной. Это первая из хвойников, которые выпускают приросты по весне. Самое раннее. Неделю где-то стоит такая нарядная, но потом начинают эти приросты зеленеть. Потом становится обычная зеленая елочка. Вот так это выглядит сейчас. Вот. Ну, потом это становится. Вот такая она нарядная. Ель обыкновенная, Ридо. Пицеадес Ридо сорт. Вот это очень красиво, будет потом покажу. Это Taylor Sound Sunburst сорт. Дольше всех держит прирост белый. Вот. Это вот сорт Пенос. Сосна американская. Желтая. Вот такая вот она. Такие у нее приросты, растет вот в одну палку. Очень прикольный сорт. Это сосна стелится по земле. Обычный прирост, но хорошо тем, что это сорт называется не рост. Ну вот, по земле будет стелиться. Вот интересно будет елка чуть попозже. Белобог называется. Вот чешский сорт. И вот она белыми приростами распускается. Чуть попозже покажу. Вот остальные тоже Winter Gold сорт, обычная зеленая летом, а зимой желтая. Вот много хвойников, они пока еще вот только начинают просто делать. Вот через неделю уже будет красиво совсем. Это сосна Шверина, вот в общем такая гибрид из двух там каких-то, не помню сейчас, очень тоже интересная. Пушистый как. Вот высадили еще кактус Опунция из Черногории, притащили, он у них на улице растет. Я вот прочитал, что у нас тоже может быть на улице будет расти, и решили вот высадить. Таня вот там дергала в Черногории, вся в колючках была, по-моему, неделю руки выдергивала из рук иголки. Вон, Таня делает то, что она обещала. Порядок наводит. Пытается выполоть, прополоть весь огород. Но тут так уже все заросло мощно. Вот. А траву мы сбрасываем в компостную яму. Выкопал тут же компостную яму. Ну, сантиметров 20 глубиной. И всю траву туда сбрасываем, потом засыпем землю. И в следующем году здесь будет хорошо расти что-нибудь. Еще раз 5 надо было дергать. Ну, да, это дело такое. Надо чем-то застелить раз. И все. А вот красиво цветет у нас магнолия. Вот магнолия. Это сорт Нигра. Вот. Но вот это никак не распустится. Это желтым магнолия. Цветет Yellow Bird. Сорт. Вот. На днях, может быть, будет что-то распускаться. Вот так вот елочки пока. Пока вот самый первый прирост у нашей, у нашего сорта Ридал. Самая красивая она, самая ранняя из красивых. Но это будет большая елка. Высокая, большая. Вот. У меня получилось сделать прививку одну. Так что, если кого интересует, есть у меня одна елочка такая на прививке сидит.